Поздние хризантемы, яблоки золотые. Кажется нам, что время замедлило шаг. Мы посмотрели в нотах, как это по латыни сказано там. Ad libitum жить не спеша, медленно и свободно, медленно и вольготно двигаться по течению, себе потакать, чтобы налюбоваться сколько душе угодно. Господи, как красиво, красиво-то как мы будем жить долго, но не дольше, чем надо. Мы надышимся вдоволь и насмотримся всласть сусальный осадок от осеннего сада. Прихватить бы с собою, да не велено красть. Поздние хризантемы, пахнущие снегами, саженцы молодые, что тянутся вверх. Там высоко журавлик, легкий, как оригами, хрупкий, как оригами, затерянный стерх. Медленно и свободно, медленно и вольготно реет, как будто знает, что время не в счет. Он из бумаги пищей, он из бумаги нотной, музыка со стихами, а что же еще? Мы будем жить долго, но не дольше, чем надо. Мы напишемся вдоволь и напашемся всласть. А этот осадок от осеннего сада прихватить бы с собою, да не велено красть. Поздние хризантемы, сад наш окутан дымом, время неумолимо несет к рубежам. Господи, как красиво, просто невыносимо, вынести бы с собою, так неудержимо.